В Ауликумыш прошли массовые народные гуляния, посвященные празднику Курман-Байрам. На торжествах были игры, состязания, конечно же, дух всеобщего единения и большой пир. На праздничном мероприятии в родном ауле побывал и Ахмат Халкечев. Традиция отмечать мусульманские праздники всем аулам в Кумыше начала зарождаться с прошлого года. И в этом году инициативу старейшин и администрации аула с размахом отметить один из главных мусульманских праздников Курман-Байрам поддержало не только население, но и неравнодушные меценаты из числа жителей аула, а также духовные лидеры. Были организованы столы с угощениями не только кавказской, а также восточной, но и европейской кухонь. Атмосфера, царившая в этот день на школьном стадионе, была пропитана особой радостью и теплотой. Дай Всевышний, чтобы вот такие мероприятия были примером друг другу и для людей, и для разных населенных пунктов, чтобы все это поощрялось и понималось народом как лучшее дело. Особое внимание организаторы постарались уделить устройству праздника именно для детей, для самых маленьких. Весь день в свободном доступе были всевозможные сладкие угощения, а также работали различные аттракционы. Ну а те, кто постарше, могли участвовать в спортивных и интеллектуальных состязаниях. Есть люди, которые живут в селе, не видят друг друга месяцами, годами. Этот праздник позволяет им встретиться с друг другом. Также для всех юных гостей мероприятия был организован и конкурс по чтению Корана. Каждый из участников старался, грамотно соблюдая правила таджвида, прочитать аяты из священного писания мусульман. Этот конкурс для меня очень многое значит, он мне прям очень сильно понравился. И я получил первое место, это на самом деле очень хорошо, готовился с учителем Мухаммада Али. Священный праздник Курман-Байрам собрал не только жителей Кумыша и республики. В жюри конкурса чтецов священного Корана присутствовали и зарубежные гости из числа преподавателей известного египетского университета Аль-Азхар Аш-Шариф, которые в рамках обмена сейчас обучают студентов Карачаево-Черкесского исламского института имени Абу Ханифы. После конкурса среди учащихся медресе была дана возможность выступить и для всех желающих. В отличие от конкурса среди профессионалов, здесь участники сами выбирали, какой отрывок из священного писания прочитать. Там было, кроме меня, еще много людей, и все начали читать. Там были маленькие дети, большие, средние, в том числе и я. Ну а в конкурсе по скоростному разделыванию мяса барашки по канонам карачаевских традиций лучшим стал 20-летний Амир Каркмазов. Молодой человек справился меньше, чем за 5 минут. Ну а главный приз, как и в остальных состязаниях праздника, жеребенок карачаевской породы. В прошлом году я второе место взял. После этого, можно сказать, каждую неделю этим занимался, тренировался, спрашивал взрослых. Народные гуляния продолжились до глубокого вечера. Ну а в завершении небо над аулом озарили праздничные салюты. Ахмат Халкечев, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Кумыш, Карачаевский район.